Порядка 100 миллионов рублей необходимо изыскать охотпользователям республики на составление схемы использования и охраны охотничьих угодий. К схеме должна прилагаться карта с обозначением границ. Для создания такого документа требуются средства, которых нет у большинства охотпользователей. С такой работой справились только 49 из 365 хозяйств республики. Кроме того, родовые общины, владеющие охотничьими угодьями, на праве долгосрочной аренды должны заключить соглашение, при этом оплатить 1 рубль за каждый гектар охотничьего угодья. Такая мера вынудит многие родовые общины отказаться от своих владений, поскольку платежи составят десятки, а то и сотни миллионов рублей. Об этом говорили сегодня в парламенте республики, где по итогу решено внести изменения в соответствующее законодательство. Также предложено производить оплату из государственного бюджета. В Алданском районе 49 участков, 40 пользователей, охотпользователей, которые получили долгосрочные лицензии. Из них 36 охотпользователей – это родовые общины. Где-то общая площадь составляет 12,5 миллионов и плюс 2 миллиона – это общедоступные. И поэтому на каждого охотника, ну, в среднем где-то 30 тысяч, 550 тысяч га, а то и больше, до 100. Поэтому вот это вот, то, что вот сейчас нам предлагают, это неподъемно.